Всем привет! Меня зовут Аня, и у меня для вас сегодня есть очень крутая новость. Мы с Сашей сделали свои стикеры для iMessage. Помните, не так давно я рисовала такого космического неандертальца, и мне очень он понравился, я захотела продолжить и развить эту тему. Но в то же время я хотела сделать свои стикеры для iMessage. И я подумала, почему бы не скомбинировать две эти темы и не получить очень крутые стикеры, что я и сделала. Так как предыдущий мистер, вот этот, не совсем подходил для стикеров, потому что он не обладает такими пропорциями, которые обычно используют в стикерах. То есть ему нужна была больше голова, потому что стикер это в первую очередь эмоция, а как мы знаем, эмоции происходят у нас на лице. Я немного поиграла с пропорциями, увеличила голову и уменьшила туловище, сделав его еще более мультяшным. Обязательно я хотела, чтобы были такие нормальные брови, потому что брови на нашем лице – это главный инструмент для выражения эмоций. И вообще хочу сказать, что разработка стикеров – это очень крутое упражнение для иллюстратора, особенно для того, чтобы попрактиковаться именно в выражениях эмоций. Мы с Сашей ответственно подошли к этой задаче и провели небольшой такой ресерч, какие стикеры, какие эмоции больше всего и чаще всего используются вообще всеми пользователями. И мы нашли вот такую вот картинку, где есть эмоджи, которые чаще всего используются. И я старалась нарисовать эти эмоции в своем персонаже, чтобы, так сказать, попасть в цель. Кстати, оказалось, что создать свои стикеры это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, как, в принципе, и все, наверное, в этой жизни. Я создавала их в фотошопе. Есть в последнем фотошопе офигенная функция, это артборд. Ты можешь на каждом артборде, то есть в одном документе, создать себе несколько артбордов и на каждом рисовать отдельного персонажа. И это действительно очень удобно. И вот, немного поработав над формой, над концепцией, у меня получились такие вот милые человечки. Весь стикер-пак называется Space Caveman. И вот какие эмоции у меня есть на данном моменте. Есть такой надутый чувачок, такой буркатун, есть няшка-милашка, есть смех до слез, есть просто слезы, есть один такой мой любимый смайлик, который очень часто использует, такая магия в руках. Еще один стикер из этого набора, который мне нравится, это там, где он такой уставший, возможно, с перепоя, такие брови опущены, и, в общем, жизнь-боль. Так как это у меня Space Caveman, я решила добавить туда космических каких-то элементов, и они у меня такого фиолетово-розового цвета. Например, в стикере, который идет ко дню рождения, вместо тортика, пряничка, подарочка, он держит в руках планетку и дарит тебе целую планету на день рождения. Еще есть стикер там, где он на ракете такой весь. Окей, поехали. Но, конечно же, гвоздем программы есть стикер там, где он в шлеме фиолетового цвета и с голой попкой. Если вам интересен процесс создания самих стикеров, напишите мне об этом в комментариях, и я могу снять отдельное видео об этом и рассказать вам что да как. А теперь перейдем, собственно, к делу. Для того, чтобы заполучить эти стикеры, вам нужен iPhone с операционной системой не меньше iOS 10. Дальше заходим в App Store и в поисковике вводим Space Caveman или Анна Ломакина, или можно даже просто Ломакина. И вам выдается результат поиска этот прекрасный мистер в розовых трусишках. Далее следует нажать на заветную кнопочку «Купить». 99 центов, господа. Кстати говоря, это акционная цена, потому что после Нового года все подорожает. И вуаля! После установки вы можете отправлять сообщения с этими стикерами вашим родственникам, вашим друзьям, да хоть вашему коту. Главное, чтобы у него был iPhone. И, кстати говоря, чтобы получить стикеры, не обязательно обладать iOS 10, а можно старой версией, но человек с iOS 10 может прислать вам эти стикеры. Сейчас в этом стикер-паке не так много стикеров, но там есть функция обновления и добавления. И у меня уже готовы еще 3 новых, это там с сердечкой, на еще одной ракете и с попочкой. И к тому же я добавлю еще анимированную версию и такие детали, например, отдельно шлем, и этот шлем можно будет наложить на фотографию, которую вы отправляете в iMessage, или там, например, бороду, или еще какие-то космические элементы. Я все добавлю, и это потом можно будет обновить, и это обновится у вас.
Ну, а если вам понравится этот бородатый мужичок, мы с Александром будем вам очень признательны, если вы оставите комментарий и оценку в App Store. Это поможет для продвижения этих стикеров среди миллиона других стикеров. Конкуренция, сами понимаете. И тогда будет вам счастье. Для меня это очень необычный опыт, это что-то новое, это иллюстрация пошла в массы, и мне хочется продолжать, мне хочется развиваться, мне хочется делать еще стикеры. Кстати говоря, если у вас есть идеи, какие бы стикеры я могла бы сделать, напишите мне все в комментариях, напишите вообще все ваши впечатления, давайте пообщаемся на эту тему, и я надеюсь, мы увидимся очень скоро. Спасибо, что были со мной, космических вам приключений, и пока!